Приветствую вас и полагаю, что вам не получится переубедить свою маму в чем-либо, потому что у нее слишком устоявшееся мнение, слишком устоявшийся взгляд на жизнь, плюс переживания душевные, потери и так далее. Все это вынуждает вашу маму вести себя именно таким образом, каким она себя ведет. И надеяться на то, что вы сможете ее как-то переубедить и что-то ей доказать, вы... Ну, не стоит. Она будет привязывать вас всеми силами к себе и дальше, потому что опасается либо вас потерять тоже, либо опасается остаться одной и не хочет, чтобы вы жили своей жизнью, оставляли ее одну со своим отцом. И в этой ситуации вам нужно как-то думать о себе, потому что ваша мама способна испортить вам жизнь. Она способна вымотать вам нервы, ухудшить здоровье и так далее. Если нужна помощь в уходе за отцом, то можно нанять человека. Но при этом, естественно, вам нужно работать, чтобы доход был нормальный. Ну а вам, соответственно, нужно, как и полагается молодому человеку, взрослому, начинать жить отдельно. Потому что под постоянным давлением, к сожалению, у вас могут начаться проявления невроза, что негативно скажется на вас. И да, я прекрасно понимаю, что родителям нужна ваша забота. Я прекрасно понимаю, что вы беспокоитесь своей мамой. Но поскольку вы обратились к нам на сайт «Вы, а не ваша мама», то для меня в первую очередь важно помочь именно вам. А вам можно помочь лишь только в том, чтобы вы изменили свое поведение, вы изменили свой образ жизни. Чтобы вы оказались вне досягаемости вашей мамы. Потому что обычно в этих ситуациях можно как-то поработать над отношениями, можно как-то договариваться, можно как-то уступать. Но вы совершенно четко описали ситуацию, при которой ни уступки не помогут, ничего, потому что ваша мама пенсионер, то есть пожилой человек. И она постепенно начинает вести себя с вами как ребенок. Как такой большой ребенок, вы с ней общаетесь как взрослый, она как ребенок. Вот тогда это ваше общение ничего не приносит. И договориться с ней возможности у вас тоже нет, потому что как ребенок она слышит только себя и больше никого. Соответственно, при отсутствии нормально наладить диалог, вам нужно только действовать из своих интересов и не обращать внимания на то, чего хочет ваша мама, потому что это лишено адекватной, рациональной подоплёки. Конечно, можно заботиться о ней, но делать это можно и на расстоянии, а вам нужно заботиться о своем моральном и психическом комфорте и здоровье, чтобы не ухудшить те недуги, которые у вас уже есть, судя по тому, что я прочитал ваше письмо. К сожалению, это единственное, что вы можете сделать. В противном случае вы рискуете потерять свою молодость, вы рискуете большую часть жизни прожить с родителями, и в итоге потом еще их и ненавидеть за то, что они испортили вам молодость. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь, личку помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен.